Привет всем! Сегодня со мной случился просто эпический фейл. Я вышла погулять, залезла на огромную каменюку, просто постоять на ней, попозировать, свалилась с нее и со всей силы треснулась головой. У меня шишак, даже немножко крови выступило, я думаю, он даже здесь виден, да, этот шишак. Я, кстати, постриглась сегодня, вот. Новая стрижка и обновила. Ну, в общем, было больно, и я даже не знаю, может, у меня небольшое сотрясение. Но в любом случае, прекрасный повод поговорить о фейлах в моей жизни. Ну, в моей исследовательской жизни, в первую очередь. На самом деле, пару недель назад мне задали вопрос на Фейсбуке. Вот, видите? В голове все путается. По-моему, все-таки на Ютубе. Да, вроде как на Ютубе. Мне задали вопрос о том, не обижаются ли на меня японцы, что я так фамильярно обращаюсь с надгробными камнями, то есть там трогаю их, все. На самом деле, даже странно, но вот ни разу у меня с этим проблем не было. Я говорю, странно, потому что теоретически могло бы быть. Я всегда шла на это, осознавая, что я могу вляпаться в какие-нибудь неприятности. Но нет. Даже однажды была очень милая ситуация. Был какой-то праздник храмовый. Я не помню точно, или Обон, или весенний Хиган. И я решила сесть в засаду, посмотреть, как народ, который будет идти на кладбище, будут ли они подходить поклоняться статуе, которая вот как раз стоит на входе на кладбище. Будут ли они там подношения какие-то делать. И вот я там присела на чью-то оградку и стала ждать, смотреть. Ну, соответственно, когда кто-то подходил, я делала отметочку. И вот я сидела, со стороны это выглядело просто как сидит иностранка, что-то там временами пишет в ее блокнотичке, непонятно чего. И вот подходит ко мне бабушка со, скорее всего, своим внуком, то есть таким молодым парнем, а бабушка очень старенькая. И вот она смотрит на меня, смотрит, говорит, иностранка сидит. А что она там сидит? Внук ей говорит, да ладно, пойдем, бабушка, типа, нет, ну что она там сидит? Потом постояла так, посмотрела на меня, говорит, а я знаю, чего она там сидит. Ей здесь одиноко, поговорить не с кем. Вот она и пришла на кладбище с мертвыми поговорить. И пошла дальше. А я осталась просто вот в абсолютно мимимишном состоянии. Боже мой, бабушка, какая же ты проницательная. Да, потому что я действительно иногда хожу на кладбище, в том числе посидеть, пообщаться с хорошими собеседниками. Тихими, главное. Вот. Но на самом деле религиоведение и вообще любая дисциплина, которая предполагает field studies, полевые исследования, ну, наверное, религиоведение даже в самой большой степени, это такие сферы, которые просто провоцируют ситуации, в которых на вас кто-то может обидеться. Вы общаетесь с людьми, вы задаете им всякие вопросы. И люди далеко не всегда готовы на эти вопросы отвечать, готовы терпеть вас, потому что вы же лезете в самое святое, и иногда еще и грязными сапогами. И да, ситуации, когда на вас обижаются, их очень много. И бывает так, что просто без этого не обойтись. То есть, например, любое включенное исследование – это уже подготовка такой ситуации, когда вы 100% кому-то не понравитесь. Кому-то может непременно не понравиться тот факт, что в общину входит чужой человек. Это нормально. Опять же, приходится задавать какие-то вопросы, ну, может быть, несколько провокационные. И в таких случаях, если на тебя обидится, ну, ты к этому как-то готов. Хотя чаще всего обижаются просто из-за того, что ты ляпнул что-то или сделал что-то по незнанию. Поэтому, конечно, нужно очень тщательно готовиться к любому выходу в поле, но, к сожалению, все предугадать никогда невозможно. Самыми печальными ситуациями является то, что есть такие моменты, которые все знают, но очень редко рассказывают людям со стороны, потому что ну как можно этого не знать? И вот на этом вляпываешься постоянно.
Но, наверное, самым обидным является, когда ты вроде как знал и вроде как не хотел, а все равно сделал, и на тебя обиделись, и нет тебе прощения. Со мной такие ситуации тоже случались, и о них на самом деле в основном все пытаются как можно скорее забыть и сделать так, чтобы все окружающие тоже поскорее об этом забыли. Но я считаю, об этом нужно говорить, потому что после них кажется, что все, ты ни на что не годен, ты никакой исследователь. Ну, на самом деле, что поделаешь, бывает. И вот сегодня я хочу рассказать три таких случая, после которых мне было очень хреново, после которых я уже думала, что ну все, ну конец, ну как так можно. Но, тем не менее, как-то пошла дальше. Первый случай, это был где-то уже даже не первый год моих полевых исследований, что обидно. Мне удалось попасть на Джизоко, это такая особая, как бы, праздник, собрание верующих, посвященных Бодхисаттве Джизо, в одном храме. Не сказать, что оно там было именно закрытым мероприятием, но это такое мероприятие, когда вроде как оно открытое, но люди со стороны, как правило, не суются. И собирались на него прихожане этого храма и вообще люди из этой деревни, только из этой деревни, и в основном, ну разве что кто-то, кто уехал из деревни, переехал, ну вот возвращается в родные места. И вот меня пригласил на это мероприятие сам настоятель, ну, вернее, разрешил мне на нем поучаствовать. И все проходило прекрасно. Я стояла где-то в уголке, я даже фотографии не стала делать, потому что мне просто было, ну, очень не хотелось, чтобы это был последний мой визит в этот храм. Я просто стояла и записывала, что люди делают. Все прошло прекрасно. Это был ноябрь, точно помню, это было после осеннего хигана. И в конце я уже, все уже расходятся, я тоже, я одеваюсь, одеваю куртку, значит, надеваю шляпу, все, и собираюсь уже выходить. И тут ко мне прибегает жена настоятеля, хватает меня за руку, и говорит, пошли, 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 с тобой настоятель хочет пообщаться. И она мне ничего не объяснила, и, честно говоря, мне стало немножко как-то, ну, как бы сказать, неуютно и нервно. То есть, что случилось? Почему он со мной хочет поговорить? Я что-то не так сделала. Я где-то прокололась. Что-то мы еще не обсудили. Мы уже даже попрощаться с ним успели. И все время вот я пошла за ней и все время думаю, что все-таки, что происходит. И она меня заводит в такой большой зал в храме. А там, значит, сидят люди, выпивают, едят. И настоятель ко мне выходит, говорит, о, садись, сажает меня за стол рядом с собой. Ну, там как бы разделены по маленьким столикам, и за них как бы группки людей. И вот он меня сажает, наливает мне пиво, начинает со мной общаться. И я понимаю, что, кажется, он меня просто хотел пригласить ко всем. Я начинаю с ним общаться, все прекрасно вроде. Но при этом я еще не совсем отошла. И напротив меня как раз сидит содай этого храма, то есть, как бы сказать, ну, предводитель данка, предводитель прихожан. Вот представитель прихожан, да, представитель прихожан. Вот он сидит прямо напротив меня. И надо сказать, что представитель прихожан – это обычно очень крутой человек из этой общины, то есть вот… Как правило, он из семьи, которую тут все знают, то есть глава семьи, которая в деревне может быть одна из главных. И вот это такой очень серьезный дедушка, он сидит и смотрит на меня вот прямо. И я по его глазам вижу, что ему очень сильно не нравлюсь. Но я не понимаю, почему. Ну, там еще несколько человек сидели с нами, и вот мы общаемся, общаемся, я все равно думаю, что все-таки не так. И настоятель потом куда-то уходит на секунду, ну, в общем, с другой столик. И я остаюсь, значит, напротив с этим старичком. И я пытаюсь поддержать разговор, там что-то его расспрашиваю. Он игнорирует абсолютно все мои попытки, только смотрит на меня так. Говорит, значит, ты религию изучаешь, японскую. Я говорю, ну да, 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 религию японский. Этикет сначала бы изучила.
И тут до меня медленно начинает доходить, что не так. Все это время я сижу в куртке и в шапке. А, в общем, для его поколения, японцев его поколения, это дикое оскорбление, которое вот молодежь, вот это вот, ничего не знающая, может нанести, то есть войти в помещение, где старше, в уличной одежде. И я в абсолютном шоке начинаю срывать шапку, срывать с себя куртку, там все, сумимасэн, там все. Но я понимаю, что уже все. То есть все, что я могла сделать, я уже сделала. И, в общем, в этом храме я еще какое-то время делала исследование, и все это время он меня не любил. Но потом он как-то со мной смирился, в частности, потому что я ходила к нему интересоваться, там по всяким вопросам тоже. В конце концов, он, наверное, решил, что я, конечно, бакагайджин, но нормально, старательный бакагайджин, я не знаю. Но хорошо, что об этом узнали по минимуму людей, об этом моем фейле. А вот другой фейл у меня был, о котором, к сожалению, узнало очень много людей. И было это, так, это было вот буквально через где-то, через, может быть, полгода после вот этого случая, может, чуть больше. В общем, в тот раз я решила наведаться на праздник в одном небольшом святилище. Причем я не делала там исследования и в целом не планировала. Я собиралась прийти на праздник, чтобы просто понаблюдать, как бы первое приближение. Мне нужно было понять конкретно, скажем так, структуру вот этих собраний верующих, то есть следуют ли они какой-то одной заведенной структуре или они немножко разные. И вот я решила прийти на мероприятие, которое со мной абсолютно никак не связано, с моей сферой. И вот это конкретное место, оно было территорией другой моей знакомой исследовательницы. У нас с ней были нормальные, ровные отношения, но она дружила с одним человеком, с которым у меня всегда были очень напряженные отношения на тот момент. Ну, они до сих пор, наверное, напряженные, не знаю. Вот, потому что я из них удалилась. Ну, в общем, и вот я пришла туда с целью никому не мешать, просто постоять и посмотреть. И там как раз была эта исследовательница. Началась служба в святилище. И так получилось, что я стояла на очень удачном месте. Так было, ну вот, так святилище, оно открыто, вход открыт. И я стояла вроде как уже не в святилище, но как раз на свету. Я стояла, большинство сидели, и получается, что я с этого места могла видеть вообще всех, вообще все, что происходит. И я подумала, что это просто будет прекрасный кадр. И я решила тихонько снять фотографию, чтобы потом, значит, в том числе предоставить, вот у меня будет такая прекрасная фотка, я смогу ее использовать, я смогу передать ее этой исследовательнице, опять же, тоже. Ну вот я решила, что нам обеим оно будет очень полезно. И я поднимаю тихохонько свой фотоаппарат, тихохонько щелкаю и понимаю, что я забыла отключить вспышку. То есть все это озаряется просто вот моей вспышкой. Как-то так очень хорошо получилось, что она действительно озарилась просто вот по всему. И ко мне поворачиваются люди с таким выражением лица, что типа убили бы. И я так делаю, как-то аккуратненько выхожу с этой камерой. Это, как вы понимаете, это довольно грубая ошибка. Потому что если ты снимаешь на каком-то мероприятии вот таком, то если только ты не приглашенный фотограф, то делать это надо тихо и буквально вот так вот незаметно. Отключать звук, отключать там вспышку, все что угодно, чтобы это никому не мешало. Люди не очень любят, когда их в такие моменты фотографируют. И вот после этого ко мне подходит эта самая исследовательница, и так вот, сдерживая ярость, говорит, ты понимаешь, что нельзя так делать? Нельзя фотографировать со вспышкой. Я пытаюсь ей объяснить, но я понимаю, что сейчас объяснить? То есть, да, я налажала. Я реально налажала. И
как-то мы расходимся. Но на этом дело не кончилось. Как выяснилось, она рассказала об этом своему другу, который меня очень сильно не любит. А он разнес это по всему университету. Нам на одно еще очень долго ржали. Мне было очень неприятно. В тот момент я была абсолютно уверена, что ну все, это такой фейл, который вот просто привезет к тому, что никакой докторской я не напишу, потому что все будут знать, какая я ужасная, какая плохой исследователь и так далее. Но как-то это забылось. И я опять через какое-то время вышла в поле. Ну, вернее, я продолжала полевые исследования. У меня не было выбора, надо было их продолжать. Вот. Но на самом деле самый недавний фейл, он, наверное, самый показательный и поучительный. Но он уже не из моей исследовательской, не из моего исследовательского опыта, он скорее из моего опыта практика. Дело в том, что, как вы, наверное, уже знаете, я говорила, я принадлежу в качестве ученицы к одному храму в Сендае. Это Тендайшу, и у нас по региону Тохоку главным храмом Тендайшу считается Чусонджи. Это мировое наследие ЮНЕСКО. Находится это в Хироизуме, очень известное место. И несколько раз в год мы туда на всякие мероприятия ездим. И одно из этих мероприятий – это щакё, переписывание сутр. То есть, в целом, это такое, ну, довольно уже сложное занятие, я бы сказала. И так получается, что каждый год, сколько я ни приезжаю, я там единственная иностранка вообще. И первые два года я чувствовала себя очень неуютно, я жутко нервничала, к тому же у меня тот еще почерк, я левша. Но как-то я к этому привыкла. На третий год я приехала уже во всеоружие, была абсолютно уверена, что мне ничего не страшно. К тому же я стала брать уроки каллиграфии, мой почерк сильно улучшился. И вот я решила, что на этот раз я уж просто, ну вот, все бы пройдет прекрасно. Великолепно. И да, действительно, наверное, практически весь этот день я была на коне. Я прекрасно все писала, я все успевала, у меня все прекрасно складывалось. Я даже выступала в такой анидэши, то есть вот старшей ученице для каких-то новичков. Там была женщина, которая вот только-только приехала, она со мной сидела, я ей все объясняла. И это очень сильно вскружило мне голову. Я была уже абсолютно уверена, что ну вообще, ну я на коне. Еще, вот честно скажу, когда ты единственный иностранец где-то, вот как на таких мероприятиях, это тоже поднимает самооценку. То есть вот я проника, офигеть вообще. И вот в таком вот, на этой волне, я подхожу к завершающему моменту. Я уже дописала положенное количество листов в конце. И я начинаю думать, что а я так еще и успею еще начать лист, а чего бы нет. И я беру еще один лист, начинаю растирать тушь, и как-то так слишком много воды плеснуло в тушечницу. Ну, решила, что ничего, я сейчас разотру тушь. В общем, после того, как я растерла тушь, тушечница оказалась полностью переполнена. И я не рассчитала время, то есть вот эти вот количество чернил я не успела выписать за то время, которое осталось до конца мероприятия. И в конце я осталась практически с полной тушечницей, в которой вот чернила уже готовы вылиться, и они вообще не высыхают, обычно не высыхают. И я не знаю, что делать, то есть я ж не могу просто взять и вылить это, допустим, в унитаз. Весь унитаз будет черный или там в раковину. Салфетками, я попыталась это собрать салфетками, не собирается, слишком много туши. И вот я стою и думаю, а тушечница моя, то есть мне ее увозить. Я решила взять и просто поинтересоваться у строителей, у самих вот монахов, что мне с этим делать. Я взяла тушечницу, иду, значит, по полу, собственно, главного помещения Чусонджи, главного зала, с переполненной тушечницей. И тут сзади как раз подходит вот эта вот женщина, которая все объясняла. И что-то у меня спрашивает.
И я резко разворачиваюсь, теряю контроль, значит, над своей рукой, в которой эта тушечница. Она наклоняется, и тушь начинает капать на пол мирового наследия ЮНЕСКО. Я в полном, абсолютном шоке. То есть вот в какой-то момент это такая немая сцена, да? Немая сцена, потому что я стою с тушечницей, рядом со мной стоит вот эта вот женщина, которая у меня все спрашивала, тоже в ужасе замолчав. Перед нами стоит монах, который, собственно, даже не понимает, что происходит. И в следующий момент мы просто все втроем кидаемся собирать эту тушь. С пола, вернее, мы с этой женщиной собирать тушь, а монах пытается нас остановить, потому что реально мы ее, понятное дело, не собираем, мы ее еще больше размазываем. Вокруг собирается толпа народа выяснять, что, собственно, происходит, что там за вопли. Прибегает моя наставница и врывается с криком: «Стойте, стойте, это моя дочь!» Почему она в этот момент закричала «это моя дочь», я не знаю, потому что то ли она действительно обо мне думает как о своей дочери, конечно, это было бы очень приятно, то ли она просто как мать привыкла, что если что-то происходит, то это делают ее дети. Я не знаю, но в общем, она прибегает с криком «это моя дочь!» На нее смотрят, то есть куча глаз смотрит сначала на меня, потом на нее, то есть, потому что я как-то совсем не похожа на ее дочь. Она абсолютно без стеснения говорит: «Да, что такое? Я ее мама. Я ее японская мама. Что происходит?» В общем, когда она выясняет, она, что, собственно, происходит, она, значит, уже извиняется, говорит, что извините, я, значит, своей ученице не рассказала, что нужно, сколько нужно туши наливать тушечницу. Я от шока начинаю тут же изображать Бака Гайджина, хотя до этого вроде как не была Бака Гайджином, но мне просто, я не представляю, что делать, и я стою и говорю: да, не объяснили, вот так вот. А тут монах, который, собственно, все это с нами, в этом всем был с нами замешан, он нам говорит, что да вы не волнуйтесь, через пару лет 100% оно сойдет. Тут я понимаю, что я на пару лет испоганила пол мирового наследия ЮНЕСКО, и я просто начинаю рыдать. Это мне сейчас смешно об этом рассказывать, но на тот момент мне смешно, конечно, не было. Потом, да, потом мы на обратном пути уже смеялись, но реально, конечно, это было что-то. Я недавно опять приезжала, и я специально нашла это место, да, чернильное пятно до сих пор там. Если вы приедете после вот всего этого, после карантина в Чусонджи и обнаружите там чернильное пятно на полу, знаете, кто его оставил? Это была я. Ну, в общем, такие вещи, к сожалению, да, они происходят. И с одной стороны, то есть что объясняет вообще все эти три случая? То, что я прекрасно знала, что так не стоит делать. Это были какие-то факапы не по незнанию. Это было просто моя неосторожность, невнимательность и все такое. Да, мне стыдно до сих пор, но с другой стороны, я сейчас понимаю, что такое просто бывает. Это бывает со всеми. Если вы занимаетесь исследовательской деятельностью, на вас непременно кто-нибудь когда-нибудь обидится, вы сделаете что-то неловкое. Возможно, это даже перерастет в серьезные проблемы. То есть я знаю истории, когда человек случайно просто что-то делал, оступался, и его, например, выгоняли из общины, где он собирал, которую он собирался сделать там темой своего исследования. Такое бывает, да. И после этого приходится как-то вставать, утираться и продолжать идти дальше. Другого пути просто нет. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем только идти вперед. В таком случае даже я не знаю, насколько
насколько реально помогает, насколько это реально становится уроком. Потому что такие вещи каждый раз случаются заново. То есть с тобой не может случиться два раза одно и то же. Один раз ты куда-то вошел в верхней одежде и всех оскорбил, другой раз ты пролил тушь на пол мирового наследия ЮНЕСКО. Что ты сделаешь в следующий раз, никто не знает. Но, по крайней мере, каким-то опытом это, наверное, станет. Вот. В общем, я поделилась историей своей жизни. Если с вами случалось что-то подобное, и вы готовы поделитесь, пожалуйста, пишите в комментариях. И помните, что жизнь, в общем-то, продолжается. Нафейлим, идем дальше. По-другому никак. С вами была Алиса Эйщедонера. Пока-пока.